В Алматы прошел конкурс «Мистер и мисс Каспийский университет». Подготовка и борьба за титул длилась целый месяц. В финальном этапе встретились лучшие. Это был очень строгий отбор, на самом деле. Многие студентов даже, по-моему, немного обижались из-за того, что не прошли кастинг. Мы задавали им интеллектуальные вопросы. Мы смотрели, на что они способны в плане шоу-программы, что они могут сделать, какой творческий номер предоставить, ну и, конечно же, их мысли о видеоклипе, который они могут снять. В числе жюри были представители не только университета, но также и продюсерского центра KS Production в лице Карины Сарсеновой, Марка Ауджела и Галымжана Берекешева. Они и оценили мастерство и красоту участников. Общие эмоции от конкурса, на самом деле, опять же, напряженные. Вот весь конкурс я могу охарактеризовать лишь одним словом – это напряженность. Потому что тот накал страстей, который был, и когда ты смотришь на других участников, и ты видишь их… Наша подготовка, она шла не очень долго, так сказать, но она была очень тяжкая. Мы упорно трудились и шли к своей цели. И добились ее. Песни, танцы, монологи, актерские постановки и стихи собственного сочинения. Конкурсанты старались как могли. Но больше всех жюри покорили Камиля Адамбекова и Даурен Солтанбеков. Именно они и стали мистер и мисс Каспийский университет. Не надо, мам, меня ревновать. Дети, они же не вечно дети. И ты не сидел у окна упрям, готовя в душе за вопросом вопрос. Мне ведь уже не 16, мама. К слову, награды получили не только эти двое. Тамирис Беремкулова выиграла гран-при, сразив жюри экспрессивной игрой на сцене. За ее артистичность девушке предложили даже сняться в одном из клипов KS Production.